Всем привет, это Павел Белинский и с вами «Бегущий человек». Российский экономист назвал 2022 год удачным для истории страны. В частности, потому что РФ противостоит гегемонии, ответные санкции не оправдали ожиданий Запада, заявил экономист Михаил Хазин. Аналитик добавил, что в 2022 году в России вскрылось много проблем, которые будут решаться в следующем году. Этот год оказался очень хорошим. Не в том смысле, что не было каких-то неприятностей, а в том, что мы перешли от позиции «ужас без конца» к позиции «ужасный конец». Мы вскрыли проблемы, которые мешали нам, да и мы еще и не решили их, но в 2022 году окажется крайне удачным для истории нашей страны. Да, многим пришлось трудно, да, кризис продолжился, хотя вопреки желаниям наших бывших партнеров, далеко не в том масштабе и формате, в котором они хотели, уточнил эксперт. Какая страна, такие экономисты. Россияне заметили улучшение на российских курортах. Треть респондентов отмечает, что уровень значительно вырос за последние несколько лет, данные опроса. Самыми популярными направлениями оказались Дагестан, Алтай, Карелия, Калининградская область, Байкал и Камчатка. 36% опрошенных путешествовали самостоятельно без путевок от туристических агентств. 26% опрошенных предпочитают путешествовать с друзьями, столько же в одиночестве. 25% любят путешествовать вдвоем и 20% с детьми. 53% респондентов выбирают экскурсионный туризм, 20% за активный отдых в виде походов, 12% выбирают экологический туризм с маршрутами в заповедниках и национальных парках. Наконец-то, в Сочи тебя не посылают нафиг, а просто тихонечко обманывают, улыбаясь. А в Крыму тебя не бьют больше ногами и руками, а только руками. Оттепель. Засыпающего на ходу из-за болезни россиянина призвали и сделали сапером. Мужчину, страдающего обструктивным апноэ, мобилизировали в Казани и уже сделали сапером, рассказала врач мобилизованного Павла Никулина. Сомнолог Наталья Трутнева. Пациент был вынужден спать со специальным CPAP-аппаратом, однако в условиях полигона обеспечить сон с этим аппаратом просто невозможно. В результате мужчина всю ночь задыхается, не высыпается и засыпает прямо на ходу и во время построения тренировок. Вы можете себе представить сапера, который спит днем? Я могу, потому что это мой пациент. Бывают остановки дыхания до 2 минут и сатурация падает до 36%. Ночью он садится, чтобы принять положение, в котором он просто может дышать, описала ситуацию с призванным врач. Тревожность россиян выросла в 2 раза на 2022 год, сообщает Коммерсант со ссылкой на доклад в рамках национального индекса тревожности. В 2021 году страхи россиян в основном провоцировала пандемия коронавируса, в уходящем году аббревиатуру COVID-19 уже никто и не вспомнил. Согласно результатам анализа, сообщений в СМИ, социальных сетях, главным источником тревог стала спецоперация. А что случилось? Ну, протесты выходить хата с краю, а как за таблетками, так мне больше всех надо. Тревожатся они, тревожатся. Военнослужащего с Камчатки приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за отказ участвовать в боевых действиях на Украине. Исходя из материалов дела, 6 октября военнослужащий, находящийся в военно-следственном отделе СК РФ по гарнизону Петропавловске-Камчатский в нарушении устава внутренней службы ВРСРФ, отказался от участия в боевых действиях, тем самым не выполнив приказ командира воинской части. В сообщении суда сказано, что Бреусов в начале октября, осознавая объявленную в РФ мобилизацию и не желая участвовать в военных действиях, отказался от этого, на Алексея возбудили дело по части 2.1 статьи 332 УК РФ на исполнение приказа. Бреусов был приговорен 35-м военным гарнизонным судом к 1 году и 8 месяцам колонии поселения. Он обжаловал приговор в Тихоокеанском флотском суде. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.